весь Алиэкспресс. Я в Гоше Луи Эрмес. Я скупил весь Алиэкспресс. Я Гуччи Суприм и Полес. Я... Ну, в принципе, еще можно походить. Какой Шанель? Это Шанел. Это сук Шанель. Колхоз. Мам, где моя портативная колонка? Капец, ты что думаешь, что я фараона в наушниках слушать буду? Мам, ты не понимаешь, это сейчас так модно. С подкатами вообще круто будет. Эй, сучка! Мужчина, сколько время? А? А кто это вам сказал, что скромная девушка это не сексуальная девушка? У меня никогда не будет парня. Ну все. Можно выносить мусор. Я такую песню классную услышала. Весь день на репите. А ну включай. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю. Почему все слушают эту тупую песню? Фу, не хочу забивать свои музыкальные каналы этим отстоем. Я такой мейнстрим никогда слушать не буду. Ну короче, этот трек уже вот здесь сидит. Ой, подожди, мне надо отойти. Мне платили каждый раз, когда я думаю о... Что? Если б мне платили каждый раз... Что? Если б мне платили каждый раз... Если б мне платили... Слушай, ну ты сегодня какая-то странная. Если б мне платили каждый раз... Подожди, мне звонят. Алло. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала. А фото на паспорт здесь делают? Да, дамочка, не ошиблись. Девушка, может вы снимете очки? Все-таки на паспорт фоткаетесь. Простите, пожалуйста, просто мы вчера мое 16-летие отмечали. На фотошопе там морщинки мне уберите, а? Да я сама. Готовы? Да. Поехали. Девушка, расслабьтесь вы уже. Я расслаблена. А можно немножко улыбнуться? Ну, совсем немного. Угу. Совсем. Готовы? Да. Поехали. Готовы? Да. Поехали. Девушка, что вы делаете? Простите, привычка. А можно я сейчас эту фоточку сама обработаю? Окей. Ну как? А можно еще раз? Хорошо. А можно еще раз? Ладно. Нет, а все-таки можно еще раз сейчас? Девушка, я вам не фотосессию устраиваю. Мы расстались. В этот раз точно расстались. Забей, помиритесь. Он ВКонтакте СП убрал. Да ладно. Срочно дай мне вейп, срочно дай мне вейп. У меня больше никогда не будет парня. Тебе 16 лет. А сейчас ты послушай меня. Я забираю вещи и уезжаю к маме. Вот урод. Даже не остановил. А сейчас ты берешь все свои вещи и валишь к маме. В смысле твой дом? Дорогой, я подумала. Может, давай расстанемся? Ты же уже ушел 2 года назад. Блин, тут в Инстаграме столько классных фокусов. Хочешь, покажу? Алло? Смотри. Круто, да? Верни, пожалуйста, Аполлонник. Как ты это сделала? Мага! Срочно дай мне деньги для фокуса. Не-не-не, ты чё? Да дай деньги, да все нормально. У меня только $100. Да, нормально, давай $100, смотри. Ты чё вообще? Смотри, сейчас будет. И? Майя? И пипец. Пожалуйста, прости. А давай я тебе фокус покажу с исчезновением. А ты его знаешь? Да.
получу Оскар. Моя привет, скороговорка. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурию, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали, а потом протокол по протоколам, протоколам за протоколом, интурируем и лигурийский... Моя скороговорка. Расскажите про покупки, про какие про покупки, про покупочки мои. Мать, скороговорка. Не жалела, мама мыла, мама Милу смыла, мыла, Мила мыла не любила, мыла, Мила уронила. Мать, скороговорка. Говорит попугай, я тебя попугай. Отвечает ему попугай. Моя скороговорка. Жили-были три китайца, як-як-цин-драк, стрела-какони. Жили-были три китайки, цыпа-цыпа, дрипа-лим-попони. Вот они переженились, як-на-цыпе, на цыпе дрипе, як-цин-драк, стрела-какони, на цыпе дрипе, лим-попони. Ты что, дуть? А потом протокол по протоколам, протоколом за протоколом, как турьером и турьером, или лигурийский регулировщик. Кричится, да так не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокоподившуюся погоду. Придет серенький волчок и укусит за бочок. Мамочка, а ты уже идешь с родительского собрания? Дома поговорим. Мне хана. Мам, я нашивала свою игрушку и потеряла иголку. А что теперь будет? Теперь ты уколешься, и иголка по венам дойдет до самого сердца. А ты чего в наушниках сидишь? А я хочу музыку послушать. На пас, лавандос, пачка папирос. Мам, а бабайки существуют? Конечно, он живет у тебя под кроватью и все время хочет схватить тебя за пятку. Ух ты, мам, как красиво. Не смотри на сварку, ослепнешь. Не смотрю. Ты чё, одна дома? Да, предки на дачу свалили. Их тупо не будет 2 дня. Чё делать будем? Ща. Ого, это чё, винчик? У мамки нашла. Если чё, ещё батин коньяк есть. Так а чё, давай вписку сделаем. Да ну, не знаю. Да, все к Настюхе. Ты уверена? Короче, я договорилась, народу немного будет. Человек 20. Да ну, чё-то я за хату очкую. Чё ты паришься? Я скажу им, чтобы они аккуратны были. Ну ладно. Ну чё, давай попробуем. Ну чё, ты чё-то чувствуешь? Не, наверное, мало. Ну чё, как тебе? Вообще никак. Может, пропала, не знаю. Не знаю. О, пацки приехали. А что, у пацка ключи есть? Настя, мы дома. А что здесь происходит? Все нормально. Пацки, заходите. Вы что, пили мой коньяк? Настя, тебе пить. Короче говоря, скоро 1 сентября. Блин. Значит так, главное держать себя в руках. Держи оборону, не переживай. Так, стоп, а я вообще сделала летние домашние задания? Ну, конечно же. Нет. Подумаешь, а что я вообще любила в школе? Канцелярия. Эти стрёмные, а эти вообще только с машинкой остались. Господи, ну где я могу купить самую красивую канцелярию? Галамарт, скорее туда!